Что, помни, ты в больнице? Чем тебе помочь? Наш цифровой цирк переехал в больницу. Помни, что с тобой, расскажи нам. Так, Кейн, ну разве ты не видишь? Мне нужен срочно Джекс. Давай, неси мне это полотенце быстрее. Да, несу. Зубы, где Джекс? А откуда я знаю, где Джекс? Наверное, с королером в подушках прячется. Джекс, наконец-то ты приехал! Новый герой в нашем цифровом цирке! Джекс, ты стал папой. А кто успеет за 3 секунды поставить лайк и подписаться, у того на Новый год обязательно исполнится желание. Считаю, 3, 2, 1, мур. Всем привет, друзья, с вами Лена, и со мной сегодня, как обычно, Балди. Привет! И сегодня будем смотреть самые крутые истории. Это же Кауфман. Малыш Кауфман расселся, помни. Он решила с очками заснуть. Что ты там? А, она их она написала. Она отвертку прикрутила. Она за компьютером. У тебя компьютер сжегся. Помни, такая, блин, не вернусь. Мне нужно было очки надевать. А, пузырь. А! Пузырек сожрал кровать. О, господи. Посмотрите, шоколад, молоко, перец, апельсиновый сок. Ого. Кола. Рыбий жир. Рыбий жир. Фу. Нормально попила, Кэнг, давай, давай, молоко, ура, все нормально. А что Джексон попадет? Острый перец! Помни, давай. Это лимонад. Рогаза, давай, давай. Это кола. Рыбий жир. Ой, фу. Дожнотики. Ребята, посмотрите, что это такое. Что там у них? Игрушки цифрового цирка уже появились. Это полный мерч. Там эти ёлки, смотри. Королёр прикольный. Красиво, чашка. Красиво. Зачетно, зачетно, ребят. Вера, любишь пить чай? Да. Да, открываешь прямо так вот. А рыбий жир любишь пить? Нет. Что за вопросы, Балди? Ну только что же все пили, и ты попей. Нет, спасибо. Хорошо, Джек. Я, пожалуй, пас. Так, все. Ой, Что ты ржешь? Ложечка как ложечка. В комплекте ложечка. Да, в ручку. Профессионализм, просто посмотри. Это слушай, это, короче, новый цирковый персонаж, наверное. Ага. Появится мальчик. Либо это Джекс, который стал мальчиком. Это шапка Джекса? Это что, все Джекса? Это... Слушай, мне бы эта шапка подошла, мне лысину печет солнце постоянно, и снежок падает. Помни! Только нормальная игрушка помни выглядит по-другому, но это ультра помни, это помни... Это грустная помни. Видела там сколько помни? Это рассеивающаяся помни. Лера, можешь выбрать себе любую. Королевар. Королёр самый классный. Что с глазами? Он мне очень нравится. Глаза что... просто вот такие. Потому что на меня похож. У него такой же волосок на голове, как и у меня. Да, Балди, я прям вижу сходство. Так все, Кейн, это Кейн. Кейн, по-моему, перцовый наш этой стаканчик выпил. Мне просто нравится его рот, как это сделали. А что ты хотела, чтобы он был прозрачный? Не, ну чтобы, может быть, он был черный внутри, ну как бы типа бейс. У Джекса уши подкачали. Лера, я хочу... Кто ты такой? Уши подкачай Джексу. Смотри, сдуваются. Не счастлива. Вот так вот, трейн, все. Подкачала, нормально все, ребят. Смотри, Джекс в ванной. Джекс в ванной купается. Озеро с параллельной. Кейна! Подглядывает. Девочка, ну хочет его сделать, девочка. Это сироп девочки. Надо. Надо, не надо. Посмотри, какие волосы шелковистые. Джекс блондинка. Он нафиг разбил весь свой. Он такой, Кейн, ты ржешь, нафига? Джекс нормально выглядит, что нормально? Ты ему девочкой теперь сделал? Будет девочкой. Теперь ой, Джейстер в него влюбится. Ой, Джейстер. Это женщина моих, моей мечты. Ой, привет, девочка. Она меня бросила. Я вообще-то мальчик. Я тебя люблю. Слушай, нравятся цветы? Мне не нравятся возьми цветы. Цветы. Нет, возьми а мороженое? С шапкой. Мне нравится клубничный. Ну я так стараюсь. Банана, а банана-кот. Фу! Фиолетовый заяц. Давай. Джестер делает памятник. Красиво? С ушами. Пожалуйста. Я милый. Серьезно? Прошло время. Прошло много времени. Он стал мальчиком. Ура! Я вернулся. Закончилось действие зелья. И он такой, я все равно буду. Ну памятник-то остался девочкой. Да. Ребята, я, кстати, так давно не смотрела скибиди туалетов и узнала то, что тут появились скибиди туалеты с цифровым цирком. Посмотри. Это Гэнгл. Что она такая страшная? Потому что она унитаз, Лера. Ты бы какая была, если бы тебя в унитаз засунули? Я бы причесала. Паук! Лера, прикинь. Вау. Это слоумо. Вот это была бицуха, это кто? Вы кто? Это камерамен. А что у него с рукой? Вы кто? А это камерамен прям с камерой, с объективом хорошим. Попомни. Помни. Это попомни. О, господи.
помни, ну что вы такие все ходите, как будто вы, не знаю, он его фотографирует. Можно поближе сфотографировать вас? Поближе! Все, вы мне больше нужны. Вы так прекрасно в этом туалете. Спасибо. Ну, я знаю, я крутой. О! Вы нашего агента пригрохали! Это Джимен, смотри. Нет! Это Джекс! Ну это почти Джимен, но не Джекс. Он стреляется лазерами! Вау! Мне кажется, самый сильный из них будет Кейн. Тихо, ребята, не ешьте это! Пришел королёв. Не ходите! Он глич! Он сумасшедший! А Кейн запаянный, смотри! Ребята, да, он такой... Вы любите? Нельзя было это кушать! Нельзя малышами! Уа! Я такой, о, всемогущий, пока! А давайте сделаем Кейна малышом! Ой, господи! Мне нравится, что у королёра еще голова большая! Нам нужно пойти и что-то сделать с этим вирусом. А, в него вирус вставили. Короче, Кейн заражённый со флешкой в копе. Да, ребят, хорошая идея, только как это сделать? Я не знаю, я еще не придумал, где моя комедийная маска. Надо найти Кейна и достать флешку. Ага, ребят, только как вы это собираетесь делать? Вы маленькие. А можно я рассеюсь? Нет, нельзя. Подожди. Так, все, ладно. У Зуба была идея. Давайте похаваем, а потом подумаем. Да. Чтобы мозг лучше думал. Ай, господи, Зубл, да на тебе бутылка. Эй, не кидаться. Я начала бить. Ой, как смешно. Им нужно теперь кушать молочко и кашку. Кауфман, ты решил рассеяться случайно? Кауфман решил дохавать. Ну вас в баню, идите гулять, где хотите, я поем. Это что за... Это курица на ногах. Что это? Что ты его уронил? Нет, это паук. Это паук? Это паразит? О, господи. О, я всемогущий. Это спасибо. Же, наверное, королёр попросил энциклопедию насекомых. Да, и это насекомые пришли. О, там пузырики есть. Где пузырики? Купается. Тихо, флешку не чеши. А если он тебе нафиг почешет там спину и флешку нафиг уберет? Ну он до попа не чешет, видишь? Кто это такие? Это насекомые, королёр. Я знаю, мне кажется, что это. Это могут быть просто какие-то жучки, которые ходят. У Джекса не получилось, но там его отправили в гнездо. Хоумран! Это бейсбольный удар! Нафиг, все. О, господи. У королёра нафиг голова. Слушай, Лера, пойди ты флешку достань, никто не может. А как? Как? Пойду, блин, в экран достану. А ты залезь в ванну, подкарауль его, когда он будет в следующий раз купаться. Давай, кто там? Вау! Так вот, что происходит в этих комнатах. О, них там, блин, рэп-баттл! Это пи-пи! Ой, ребят, извините, я отвлекаюсь. Они там Fortnite шпилятся! Ты в другую дверь зайди. Помни? Вот тут. Что происходит? Тут! Стоп, как это? У него каут моец. А как? Подожди, каут тоже есть был обычный... за столом. Он решил случайно рассеять? А что вы тут делаете? Что за дела нужны, друзья? Они там живут. Тут Кейн стоит, свирепствует. Надо было в эту комнату Кейна заходить. Да. Кейн, не мешайте мне. Вот там книжечка. Нет, спасибо. Уходите, я о всемогущий. О, достаньте флешку, достань флешку. Достань, быстрее, рогата. Тяни его. Тяни с него штаны, может, у нас получится. Ну, просто я повезла Кейну, потому что он единственный, кто летать умеет. Вот Кауфман. Да, кстати, вот Кауфман. А почему он там рассеялся? Иди помогай. Ага, да, я так сейчас закончу. Я сейчас за ямой побегу. О, господи, ты будешь кейт так бесконечно. Очень хотите? Вкусная конфетка. Нафиг эту конфетку. Моя конфетка. Пойди помой под краном. Так, все, ладно, ребят, давайте. Нам нужен новый план. Вас всех отбуцкали, поэтому давайте, придумайте, думайте мозгами. Для чего вам эта думалка была? Из них у всех мозги, наверное, только у королёра. И у Кауфмана немножко. Мне кажется, он появился из котлеты и дал ему конфету? Кейн дал ему конфету. Короче, Кауфман с ним заодно, я понял. Кауфман. Может, не надо было? Может, не надо? Бутылочку? Что он сделал? Это бутылочка, которую, помни, бросилась. А потом пошел и снялся. Получается, Лера, мы прошлое смотрим? До да! До того, как они все поужинали. И куда ведут следы? Кауфман. Это, наверное, я не знаю, куда он пошел. Может быть, Кейну? Да, мне кажется... Кейн оставил эти следы, и потом они ведут к нему. Давайте, бейте. Они все побежали. Что там? О, Кейн. Вот он спит. Надо у него флешку просто тынь, и все. На троне. Ага. Давайте. Что у вас Зуба за идея? Идея? Идея забраться и флешку просто взять. Да, хорошая идея. Зуба, нафиг твою идею. А, он ее хотел сделать, а зачем? А чтобы подбросить отдельно голову и одну руку. И все ее запчасти. Ей должно быть достаточно. Давай, хорошо, ребят, хорошо, я иду.
У меня есть еще одна идея, Гэнгл. А давайте мы тебя тоже тоже. Моя комедия. Он же может услышать, что вы делаете. Быстро, доставайте флешку. Она решила спрыгнуть обратно? А, все подняться. А зачем всем подниматься, ребята? Флешка, наверное, тяжелая. О, господи. Или крепко вставлена. О, господи, о, господи. Ребята, давайте быстрее. Флешка глубокая. Помни, давай ты пойдешь. Я... Ну зачем меня в жертву? Потому что Помни больше всех хочет на выход. Поэтому пусть и идет. Никто больше не хочет, сейчас спрыгнется. А если ты спрячешься за колонкой, но никто другой не спрячется? Давай, забирай, 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 забирай. Все! Валерий, Валерий, помни. Вы что хотели сделать? Я ничего не... Он ее превратил в брокколи? Она осталась лесником! Да... Ну давай, ну блин, ребята! Кто-нибудь сзади, подкрадитесь, пожалуйста, достаньте эту флешку! Что вы стоите? Где Гэнгл? Голову нафиг! Приди в себя, Кейн! Выскочила! А что, так можно было? Да! Ой, ребята! Кейн пришел в себя! Не трогай помни! А че вы такие все маленькие, говорите? Че вы все боитесь меня? Да я вас сейчас превращу обратно! А помни! Ой, ура, я обратно, я больше не слизняк. Это вирус, это вот эта фигня была. Вирус, меня завирусили. Нафиг это все. А кто это сделал, интересно? А кто создал эту вообще флешку тогда? Хаос, блядь. Опять кушать. Подождите. Давайте я вас награжу, еще вот жрите. Еще, ой, как еще курицы покушать. Спасибо. Ой, вам хлеба. Пожалуйста, не ой, да маленькая помни. А? Это ее дотя? Мини-помни. Мини-пом-пом. Может, это игрушка? Наверное. Может, это игрушка. Джекс. Шо? Это Джекс подарил. Это что там? Вау! Ребята, вы видели, что с Гэнгл? Гэнгл реально решил отомстить. Моя башня крепости. Ого. Лера, ты видела пузырька? Помни. Я больше не буду прежним. Они лечат, помни? Или помни беременна? Нет, она родила. А, родила? Родила? А да. Кого? Джекса? Малыша, нет. Вот малыша. Нет, не этого, другого. Так, вот такой у нас есть красивый Джекс, весь расцветенный. Я обожаю игрушки цифрового цирка. Мне тоже они очень нравятся, они такие милые. Зубл! Не, ну Зубл прикольный. О, господи, о, господи. Она так... Рогата. Рогата похожа на мочалку. Что с прической? Помни, помни. Вот, вот помни, это зачетно. Помни, похожа на настоящую помни, на нормальную игрушечную. Да, которая была на двери, она как бы была так нарисована. Гэнгл. А почему у Гэнгл нету маски комедийной? Поломалась, потеряли, не доставили, извините. Это одеяло. Лера, хочешь себе одеяло с Джексом? Это не одеяло. Это он футбол. Будет смотреть это на тебя всю ночь. Это кофта. А, это футболка? Это кофта. Со ну, не было одеяло. Ничего, такое бывает. Балди, все нормально. Можно купить ее. Класс. Лера, купишь мне такую? Ага, а давай. То я мерзну. Где заказывать? А зеленая есть? Не знаю, надо будет спросить. Это что такое? Это футболка или кофта тоже? Это футболка. Я надеюсь. Со Спайдерменом. И, наверное, носки с Кейном. Где там Спайдермен, извините? Носки с Кейном. Это пижама. Нет, это все помни. С труселями. Это пижама. А, это пижама? Это The Amazing Digital Circus. Это она вообще сошла с ума. Ой, это... Не, говорю с трусами, смотри, какие. Это не трусы. Это Лера, пижама. Я знаю, что ты мне подаришь на Новый год. Что? А можно заказывать? Давай. Купи мне, пожалуйста, одеяло с Джексом и пижаму с Кейном, и помни. Хорошо. Скажи, где найти. И трусы не забудь. Да, обалдеть. А нафига тебе, если можно спросить? Барбекю батл. Ой, как смешно. Давай, давай, мы вас выиграем. Не, мы вас выиграем. Да господи, вы говорите, все, давайте начнем. А короче, кто лучше пожарит помни? Раунд один. А из чего шашлык? Из рогаты? Вы угольками? Нафига вы это делаете? Ну, чтобы руки были чистые, наверное. Что происходит? Нафига? Это они хотят очень качественно сделать шашлык. А это, короче, надо пожарить угольки, я помню. Он на него подул, и они у них зажглись? Офигеть. Кто лучше зажжет костер? Ой, как весело. Когда нету спичек. 100! У вас 100 баллов. Мы лучше сделаем. А мясо будут жарить, Лера? А кто же Джексон? Ты что-то проголодался. Давай, быстрее, делай что-то. Угольки. У меня с собой в кармане было. Ну, хоть один спички взял. О, господи. Кто задул? Это Кейн? Не, никто не задул, просто ветер подул. Ноль. Как Джекс, так? Я тебя прибью. Лера, а нас пригласили на барбекю пати? Нет, мне кажется, про нас забыли. А можно мы тоже поучаствуем в третьем раунде? А давайте просто придем, сами пожалуемся. Мы придем с огурцами и помидорами. Ого. Режь! Давай, Кауфман. Ого. Кауфман-ниндзя. Ты джедай просто. Да вообще. Все, спасибо. Пожалуйста. И что там?
она всех поймает. Вау! Это просто про... Это заявка на победу. Профессионализм. Это будет команда, которая выиграет. Надо пойти в поймать, там одна улетела. Видела, какие у Джекса уши трясутся? Джекс, зачем ты так сделал? Это не по правилам. Они упали на землю. Сейчас придут кошечки и еноты. Она упала в фонтан. Окей. Ноль. Это так грустно. Сейчас пузырек все съест. Ангельский пирог? Только не ангельский пирог. Это кошмар. Давайте, думайте. Так у них сейчас есть шанс, понимаешь? Чего? Первая команда проиграла. Она боится ножа, видать. Кого ножа? Да. А, они у пузырька забрали. Фух, все, я порезал наконец-то. 50. Нет, этого им не хватит, Лера. Раунд 3. Раунд 3 теперь. Теперь давайте будем жарим. Пробовать. У кого самое вкусное? Это что такое? Это он свистит? А, кто быстрее пожарит? Должно жариться. Давай, давай. Рогата, давай быстрее. Лера, так вкусно пахнет. Ты слышишь? Вообще. О, господи, что происходит? Дым такой, я пойду на вас. Лера, мне кажется, это Кауфман. Он восстал из шашлыка. О, господи, что происходит? Вентиля. Ты, откуда ты его достала? Лера, это история мега-супер. Да вообще. Ой. Перегорел. Он начал очень сильно дуть. Ребята, у вас сейчас все сдует. Это кто-то подстроил. Лера, не может быть так. Гол! Спер! Наконец-то в футбол поиграли. О, господи. Вот вам повезло. Помни, скауф мы закончили. Все, мы закончили пробу. И следующего поджарим пузырька. Сто! Ой, как весело! Они там бегают, их молния шарахнула. Лера, хочешь жареного пузырька? Нет, пожалуйста, не надо. Ой, а это как бы выглядели персонажи цифрового цирка, если бы не были детьми. Детьми и другого пола. Посмотри, это Джекс девочка. Так или это мальчик? Не, у него бантик девочка. Валди, сосредоточься. Я говорю, девочка! Я же так и сказал. Это девочка? Ну да. Это девочка. Самая настоящая кролик-девочка. Хорошо. И бантик. Это... Не, мальчик. Это мальчик. Балди. Не, это девочка! Это мальчик! Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы первым кто увидит мое новое прикольное видео. И увидимся в следующем видео. Пока!